есть такая профессия. Колду играть. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, я искренне надеюсь, что у вас хорошее настроение, несмотря на все дерьмо, что происходит сейчас в мире. И у нас по соседству, и с нами, со всеми, мы сидим взаперти. Я надеюсь, что вы тоже это делаете сейчас, и надеюсь, что вы приняли решение остаться дома, потому что, мне кажется, это самое лучшее, что можно сделать сейчас в данной ситуации. В свою очередь, я постараюсь ваш досуг, наверное, вот так можно сказать, скрасить как можно лучше прекрасными видосиками. Вот, например, мы продолжим с вами традицию. Каждый год мы с вами играем в колду. Раз в год у нас, я заметил, начиная, по-моему, с 2016 или 2017 года, мы раз в год точно играем в колду. Вот у нас колда Modern Warfare 2019 года, Warzone, Battle Royale. Мы также имеем традицию играть в Battle Royale. Прекрасно играть. Лучше всех. Ну да, вы знаете, это даже самая пластинка сейчас начнет играть. Я лучше всех играю. Прости, я не хочу обучения. Я не хочу обучения. Ну вот, теперь понятно, почему я играю не лучше всех, да? Прошел на ура, в общем, и пора играть в... Стоп, тикают часы. Бой начнется через 3, 2, 1... Есть! Смотрите, мой курсор как муха летает. Что же в этом чемоданчике? Мое нестиранное белье. Блин! На этой крыше опасно, я пошел дальше. Сейчас мы аккуратненько приземлимся. Вот это моя палатка, кажется. Постель незаправленная. Непорядок. Сурово, друзья мои. Ожидание заполнения лобби. А... Погодите, это всего лишь лобби. Разминка окончена. Ждите отправки. Я еще не размялся. Ну ладно. Прыжок! Никто не выпрыгнул. Все застремались. Ну и разумеется. Отметь точку высадки и веди команду в бой. Какую команду? У меня что, команда есть? Давайте вот сюда. А кто со мной? Где мой тиммейт? Мне кажется, что я не имею никакой команды. Опа, там человек. Я прям к нему. Где-то тут сраный враг был. Какой сраный. Такой позорный. Давайте-ка возьмем вот это. Я люблю кемперить. Кому мы можем навредить сегодня? Евгений поднял вертолет. Вон это говно такое. Сейчас мы как внезапно выйдем. Ну ладно. Их двое, оказывается, здесь было. Я не видел этого. Они были командой. Да. Я и так на бордюр упал. Я без того бы сдох. Оу. Вот это интересно. Я думал, я сейчас опять в лобби приду, а оказывается, я в какой-то тюряге. Стоп, королевская битва продолжается. Ага. Чё за тюряга? Ну пошел, отойди от меня. Блин, и там дерутся всем, чем попало. Победишь здесь, вернешься на поле боя. Проиграешь. О, как это интересно, второй шанс. И мы в душевой. Голосовой чат V. Give me money, please, to rescue. Ладно, нафиг я говорю с таким акцентом. Я же умею говорить по-английски нормально. Guys, money, please, to save me. I was raped in gulag in the shower room. Ну и пошли вы покинуть игру. Вот, мне команду нашли из троих чуваков одинаковых. Это армия клонов. Или клоунов. Сейчас они сядут в маленькую машинку и поедут на поле боя. Теперь я попробую снизить темп. Буду действовать очень медленно и осторожно из-под тишка. Мы можем, кстати, вот так сделать. Хоп. И вертолет резко падает. Бывает же такое. Хватит тренироваться, пора в настоящий бой. Я натренировался крушить вертолеты. Пора в бой. Канеки лидер отряда. Смотрите, там еще какой-то Юджин. И Канеки наш лидер, предводитель. Они туда полетели, но я что-то немножко отстал от них. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас меня прям на парашюте нагнут. Нет. Все, помним. Темп всех. Низкий. Канеки, что ты за лидер такой, что бросил меня? Оскорбление портит настроение противнику, как метко брошенный камень. Надо оскорблять. Оскорблять врагов. А, ну иди сюда, говно собачье. Ты прости меня заодно. Встретимся возле седьмой душевой кабинки, понял? Типа граната сзади мне взад. Откуда ты? Оп. Ну-ка. Оп. По сраке. Ну и это был не срак, это было лицо. Слушай, я что-то бешусь. Он... Стоп, вообще ваш... Я надрал задницу, я не понял как, но я надрал. Подожди, стоп, я не надрал. Ребят, возродите меня, пожалуйста. Он бежит, бежит возрождать.
Он не бежит возрождать. Только сейчас. Скидка на возрождение Евгения 30%. Как его еще его завлекать? Сегодня стартует Черная Пятница. Скидка на возрождение Евгения 40%. Он просто ходит и собирает оружие. Нет командного духа. Нету. А все потому, что Канеки неприрожденный лидер. А в жопу! Так, давайте пока ждем бой, посмотрим, что у нас здесь есть. Боевой пропуск, начинается, да, тучи магаз есть. Как на настоящей войне. Мой папа так рассказывал, вот в Афгане и бегут, стреляют по всем, потом бац, рядом ларек стоит, покупают все, что надо, снаряжение, оружие, возрождают своих товарищей. Итак, мы поняли, что снизить темп не работает. Давайте чуть-чуть повысим темп. Это же тонкая настройка моего внутреннего метронома. Кстати, если вам кажется, что у меня дебильная прическа... Так и есть. Начинается. Я лечу. Вон мой Смейлер, друг. Нам нужно найти своего друга и спасти его. Смейлер, coming. Это что? Это кто-то ходит? Кошмар, как страшно. Тихо. Мать! Он живой! Он ты живой, оказывается! Я и забыл, что они бегать могут! Смотри, ползать! Все, меня опять принесли в ГУЛАГ. Смейлер! Ты здесь! It's me, your friend, your teammate! Он предал меня. Тихо! Оп-оп-оп-оп! Оп-оп-оп! Блин, я испугался. Какого хрена? Почему? Лидер отряда Улюльдабиба. Я вот прямо сейчас на крыше этого здания, ибо тут вертолетик стоит. А это мне нравится. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Стой, 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 стой. Вот. Вот что за громкий шум, испугался я. О, моего чувака убили. Давайте пойдем разведаем место его смерти. Плюнем туда. Ой, 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 ой. Смотрите, мы что сделаем. Вот так, получай говно. Да какого? Я очень сильно злюсь. Это мешает мне играть нормально. Попробуем релаксацию. Сыграем очень расслабленно. Пусть напряжется мой враг, а я расслаблюсь. Я лидер отряда. Я говорю, высаживаемся вот сюда. Guys, I'm counting on you. If you're Russians, let me know. Hitman, are you Russian? Answer me. I hope you're at least 11 years old, because I don't trust little kids. Partly because I don't want them to play better than me, and I'm sure they will. Вован русский. Вован. Прием. Жалею, голосовой чат не работает. Я не понимаю, почему он не работает. Короче, в этой игре отключен голосовой чат. Вражеская команда открыла на вас охоту. Будьте начеку. Почему на меня? Я боюсь этих звуков. Ох, я так напряжен до ужаса. Ваш союзник попал в ГУЛАГ. Если он выживет, то вернется на фронт. Вован? Вашего союзника крепко потрепали. Мы отправляем его домой. Ой, потрепали. Неужто ли в душевой? Я один остался. Ребят, все зависит от меня. Так, расслабляем руку, расслабляем все. Все Короче, там моих ребят трепят в шкуру. Итак, помним наш комментарий самим себе про темп. Темп низкий. Интересно, за мной наблюдают сейчас мои союзники? Они смеются? Потому что от этого мне только некомфортнее играть. Так, под катиком. И... Прости, случайно нажал. Кто-то здесь был! Кто-то здесь был! Ноу! Смотрите! Кто-то проехал на машине. Оп-оп-хопси-допси-хопси-допси. Требуются квалифицированные водители. Хорошо, надо будет позвонить, когда домой вернусь. Над нами вражеские ППЛА. Вы уверены? По-моему, стопудово. Все, я хочу обратно в аптеку. Сужение зоны. Видим врага. Вражочек-то вон где. Стоп, не торопимся. Побежали в автобус. О май гад. Опа. Почему я умираю? Слушайте, ну я не понимаю, я стрелял, хорошо стрелял. Выживешь, чтобы вернуться на фронт. Я выживу. Тан-тан-тан. 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 Прячемся в душевой. Спасибо. Тан-тан-тан. О, блин, сволочь какая. Тан-тан-тан. Сраный говнюк. Тан-тан-тан. Оп.
Смотрите, как у него прям, у него следует прицел прям за мной. А у меня вот так вот. Друзья, я должен выжить и должен убивать людей. Сегодня. Я должен научиться прямо у вас на глазах. Я должен стать лучше. Давайте вот сюда высадимся. Э? Привет! Пятюлю хотел дать. У-ху! А, помоги! У меня неудачное приземление. Маслина! Она уехала и бросила меня умирать. Я просто неудачно приземлился. Я доползу до вас, товарищи. Пяточкой буду скрести по полу и доползу. Маслина! Все как будто одноногое существо. Нет! За что? Да! Я лопнул. Хорошо, кинул. Смотрите. Блин! Я лидер отряда. Мудрое решение. К вам приближается газ. Газ уже в самолете. Выпрыгиваем. Какая сволочь. Так, стоп. Да, блин, быстрее перезаряжайся. Я тяжело ранил человека. Ну, убил ли я его? Да. Теперь мы точно слышали, что его убили. Мама! Мама! Я не боюсь! Я сваливаю на древесину! Раскрыть парашют, свалить в кусты! Это мой девиз! Оп-оп-оп-оп-оп! Присесть! Побежать! Да что за звуки, как будто призраки преследуют меня? Так что там? Это я. Все, прилечь. В кустиках полезно жить. Нужно оружие. Пипипаси. Пойдемте в канализацию. Стоп. Бомжи. О, попали. Ну так, попугал и хватит. Патроны просрал. Стоп. Есть! Ха-ха-ха! А! Есть! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Двойной... Кто? Кто меня убил? Все, Евгений прокачался прям при вас. Окей. Труп лежит, о боже мой. Я что-то бегаю. Что-то бегаю. Что-то бегаю. Победа на авке. Впервые мы вернулись на поле боя. Я считаю, это достижение. Круг еще уменьшается. Какой комплект. Ну пусть будет вот это, не знаю, нормуль. Слышите выстрелы? Обидно. Суровая война, суровая. Сиди. Вот так. Какие трюки Евгений выполняет в воздухе. Жопа я об... скалу ударился, но ничего. Она у меня крепкая. А, лицом об стекло, но ничего, она у меня крепкая. А, пальчиками об железную дверь, но ничего. Они у меня крепкие. О, отдать, отдать, отдать. Граната! Найс. Я испугался! Команда, слушай меня внимательно. Мы отправляемся в картинг. Кто? Эта игра каким-то хоррором становится. Проклятый лес. Машина. Заведенная. Какой дурак оставил ее заведенный. Гараж. Сныкаться вот так. А потом так выехать. Не. Уф, уф, уф. Уф, уф. Уф, уф. Негодяй. Там Санек Космонавт и Ominous Mansion. Это мои товарищи, друзья. Я за них жизнь отдам. Не факт, что свою, возможно, их. Но какую-то жизнь я точно отдам. Вот настолько я преданный. О, как хорошо выбраться за городный пикничок. Это ты прекрасной весенней погодкой. Да, вирус бушует, но на мне маска. Я защищен. Единственное, от чего я не защищен, это от своей кривой езды. Где мои товарищи? Вон они. Я буду держаться вас, я буду защищать вас. I'm coming, guys. Но они не слышат. Вон они. Я почти приехал к ним в гости. Пацаны, выходите гулять. Свой приехал. Вижу, вижу. О, блин, меня подкосило. Ребят, вы живы, молодцы, хорошо. Так держать. Продолжать быть живыми. Ха-ха-ха! Помогаю! Полезен я! Я застрял! Как я сюда заехал, если я выехать не могу? Вот. Оба в ГУЛАГе сраном. Блин, я что, в Челябинске, что ли? Не понимаю. Воу! Упси-дупси. Ой, ёпка. Карный бабай, моя машина! Ай, моя жизнь! О, хорошо, дым мне на руку. Так, мне надо уползти. За трубой, за трубой, за трубой. Скорее, ножка, давай, дрыгайся, дрыгайся, дрыгайся. Ты сможешь удрать, молодец. Здесь. Спасай! Ну что ж ты такой бежал, торопился, перенервничал. Ты старался, я не виню тебя, честно. Но если бы ты очки снял,
ты бы лучше видел. Это солнечные, как бы. Здесь темно и так, но дань моде. Я понимаю, это жертва. Он будет смотреть за мной. Я надеюсь, он будет мной гордиться. Воля к победе, друзья. Стоп, вон. Тебе тут надрали задницу. Ты возвращаешься обратно на базу. Все из-за прически, я понял. Эмпирическим путем я выяснил, что нублю я из-за прически. Сделаем что-то более изящное. Такой шикарный пробор. Вот как-то так. В моей команде чуваки и с Xbox'а, и с PS'ки, отовсюду. И все мы вместе. Cell Wall, лидер отряда. Давайте держаться нашего лидера. Ах ты дурак! Плохо упал! Стой, цепляйте. О, блин, что я на этом странном балконе забыл? Надо выше! Паркур! Хрена вы там! Ау, ой! Черт! Угар, я нажал кнопку швырнуть коктейль Молотова, а он не швырнул. Это либо баг, либо я нажал не ту кнопку. Сел Вол, я могу еще его вернуть. А вон он! К нему! К моему другу! Не убегай! Что такой нетерпеливый? А-а-а! Помогай! Селву! Help me! Пощади! А то второй пришел наш друг, но он может спасти нас еще. Не может. Эта прическа не помогла. Тогда мы сделаем прическу другую. Ладно, это какой-то кошмар. Это будет последняя битва. И в этот раз. В этот раз. Итак, точка на карте. Вот здесь. Я согласен с моим тиммейтом. Надо доверять друг другу, тиммейту особенно. Сурово. Понеслась строго на точку. Плохо приземлился, ребят. Спасибо. Что это? Вот. Я смог еще убежать. Давай. Спасибо. Я тебе покажу тот самый пальчик. Спасибо. О! Друзья, будьте начеку, потому что я не могу быть на нем, что я слишком занят отыгрыванием своей рожи. Все. Отпустил суровость. Начинаем играть в добрую игру. Что есть? Я прикрываю вас, пока вы смотрите. Вон там еще сбросили ящик. Какие же они все храбрые. Они так спокойно разбегаются по всяким местам. Короче, мы держим эту парковку, я так понимаю. Стоп! Сзади! Сяна пяч! Ты тоже, да, ранен? Спаси нас, точка! Спаси нас, точка! Умница! Вон еще... Авось попал бы. Последний раз. Абачи, лидер отряда. Ждем от него команды. Давай, лидер. Все, аккуратней. Фух, эти трюки. О, нет! Я не стреляю! Я не это, не воинственно. Я мирный, френдли. Живем. Во, я проверял, тут все пусто, дружище, мой друг, мой любезный. Но я буду бегать с тобой, потому что мне так безопаснее, мне так спокойней. Кто-то был? Там кто-то был! Найн! Блин, убили. Ладненько. Есть! Отстоял право вернуться в бой! Надо куда-нибудь, где безопасно. Вот то, что я ищу. Хорошо, смотрите, грузовик. Как горный козел, прям по скалам бежим. Окей, вот эта махина защитит меня. В гараж! Я приехал. Это ты на меня напал? Фу, как я испугался. Ладно, друзья, это была суровая битва. Но у меня получилось, мне кажется, сразиться нормально, пару раз поубивал. Смог проявить свой мужской волевой характер. Я надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайков, побольше лайков, больше комментариев, и мы сыграем в эту игру с вами еще раз. Поддержите традицию, чтобы и в следующем году мы также поиграли в колду, и во всех следующих будущих годах
тысячелетиях бы играли в колду раз в год. Ставьте лайки, короче. Какую мысль, мораль мы можем извлечь из этого? Война объединяет людей. Нас с вами она объединила. Мы сражаемся с вами вместе. И я благодарен вам за это. Хоть и не особо чувствовал от этого пользы, потому что подыхал по-черному просто. Плохо старались, друзья. Короче, мы заканчиваем колду на сегодня. Качайте ее все по ссылке в описании. Она для всех и бесплатно. С вами был Юджин, и всем пять!